оперативка у директора ЭЦМ «Смоленск» Печерицы Сергея Ивановича. Коллеги, у нас серьезная задача. Я вас собрал по этому поводу. Предстоит 40-летний юбилей города. Как мы будем поздравлять? Какие есть предложения? Елена Васильевна, главный бухгалтер, прошу вас. Денег нет! Как обычно. Вячеслав Юрьевич, главный инженер. Какие у вас предложения? Сергей Иванович, здесь все просто. Есть знакомая группа из области. Зовем, выступают. Аншлаг. Ура, ЦМУ. Дорого? Ну, дорого. Что делать? Денег нет! Придется просить своих ребят. Они это сделают даже лучше. Ребята, выручайте. Мама, а я... Мы выходим во двор, за
накануне вспомнили, что завтра день города. Завтра день города! Выпишите музыку, какая музыка! Спокойно, без паники, завтра день города, мы пропали! Так, спокойно. Что у нас обычно бывает в день города? Что у нас обычно бывает в день города? Концерт, салют, сауна. Да не конкретно у нас, а вообще. А, у людей? Концерт, салют и подома. Так, концерт. Кто у нас есть из артистов? У нас есть из артистов. Сударушки! Помирак! Ренессанс! Все, мы врубались! О! Сюткин еще не уехал. Да, да, да. Как не уехал? У него ж концерт 2 месяца назад закончился. Да вот. Мы же ему гостиницу всего на неделю оплатили. Да вот, решил подзадержаться. Говорит, сочиняется у нас легко, строчит хит за хитом. Так это его вот это вот последнее. Поздний час, половина первого, 7000 пробухал. Так это ж про нас. Ой, Елена Петровна, я вас умоляю, 7000 это не про нас. Эй, 1000 чертей, каналья! О, Валера, Валера, сегодня ты Сюткин. Ну, слава богу. А то с этими точь-точь один в один не знаешь, кем с утра проснешься. Какие проблемы, ребят? Да вот, Валер, день города завтра. Какого города? Город Десногорск. Атомщиков и электриков. Да, Валер, надо спеть и про тех, и про этих. Сколько? Валер, ну что за вопрос? Как обычно, 7000. Ой. Радочков. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне лишь один шанс, и ты поймешь. Я то, что надо. Дай мне этот день, дай мне эту ночь, ты тихонько шепнешь, но ты даешь. Мой мирный Адам. Ай, молодец, Валера, молодец. Спасение наше. Про электриков. Зайди, девушки, простых романтиков. Зачем вам летчики и моряки? Ведь никогда они не вкрутят папочку, как это сделают электрики. Ай, Валера, молодец! Ну ты нас спас вообще, спасибо! Ладно, ладно, все, мне пора, у меня дочка родилась. Вау, подожди! Поздравляю! Как назвали? Прикрикрос! Че за имя такое? Присоединение Крыма к России, сокращенно Прикрикроса! Все! Актуальненько, актуальненько. Тогда я своего сына Влапуелдос назову. Владимир Путин, единый лидер демократической общественности страны, сокращенно Влапуелдос. Ты бы подумала хорошенько. Я своего примерно так же назвал, еще при Ельцине. И что? Что-что? Трудно ему сейчас в 10 классе с именем Ебилдос. О, ты посмотри, что пишут. Рославская правда. Вчера в Рославле всех организаторов салюта в 6 вечера пригласили на премьеру нового фильма в 6 утра. Ужас какой. Свет не выключали. Попкорн не продавали.
Из напитков только пиво. Туалет не работает. Фильм 3 часа. Как говорится, око за око, зуб за зуб. Кстати, во сколько у нас салют? Уже в 11. Ну вот. О, Сюткин что вернулся? Не Сюткин? Боярский. Не, не Боярский. А кто? А, вот этот. Он поганый Стас Михайлов. Нет. Нет? А кто? Только знаешь что? Вот здесь нужно спеть вот так. Вы уверены? Да. Простому народу так понятней будет. Спасибо за дороги, а все остальные вы...
Ты что, такие вещи на стенде-то показывает? Девочки, а если честно, я так подумала, они все такие няши. Смотри, какой вон там он сидит. Ой, так, девочки, о чем вы думаете? Думаем о том, что городу 40 лет. Кстати, мой Абрам Моисеевич мне колечко подарил золотое. Ай, дело, ты не бреешь. Ну, смотри, смотри, какое. Ага, шикарное кольцо. Здрасте, хорошо, мистер. Зарисовочка про Олиных мужиков. Я цыганам и евреям, ой, не верю, ой, не верю. Пропадешь ты, дура, с ними, увезут тебя в Израиль. Продадут тебя узбекам, будет ты не продавать. Наташа, успокойся, все. Думаем о 40-летии. А то без финансирования, между прочим, останемся. Зарисовочка про финансирование. Она еще не закончила. Боже, возьмем мы взятку. Будет все в жизни у нас гладко. Главное, чтоб не воткнули заточку. Я знаю точно. И точка. Кстати, девочки, мой Абрамчик мне постоянно взятки дает. Большие, наверное. Огромные. И, кстати, когда последний раз он мне давал свою взятку, он рассказал мне, что твой кроликов замуж собрался. То есть... Ну, неважно. Ну и почему я не сомневаюсь? Парень-то видный, и мастер спорта по рукопашному бою, и свободно владеет иностранными языками, и предприниматель, и работник ФСБ, и вообще он... Зарисовочка про Бога! Он лучше, чем Путин, полон он сил. Он лучше, чем Путин, цыган он запил. Он лучше, чем Путин, Майдан разогнал. Он лучше, чем Путин, он Бог. Это Михалков, что ли? Ага, все думают, что Михалков, а оказалось кроликом. Зарисовочка на вольную тему. Эх, Россия, это Россия. Мохнатый ус, на душистый куст. А прическа озера в камышах. Ну и что, что лысый ты? Ну и что, что 70? Главное вовремя принять аликапс. И пойдет, и попрет, и тут Вася попрет. Все, тихо, тихо, все, успокойся. А вообще, Жан, ты знаешь, я подумала, тебе вечно какие-то зоологические фамилии везет. Попроще, слабо? Попроще это как? Ну я вот списочек тут накидала. Угу. Смотри. Списочек, видали вы? Сидоров, раз. Ого. Иванов, два. Ну да. А теперь, девушки, внимание, Петров. Пинголя. Петров, а, кстати, очень даже неплохая фамилия. Нет, ну, вдруг повезет? Зарисовочка про повезет. Самый-самый-самый человек, дорогой. Самый щедрый, самый родной. Самый-самый-самый лучший на САЭС. Дал ты нам хлеб, наш отец. И девочки, у него жена. Девочки, а жена это как? Оля, выход там. Оля, это слишком сложно для тебя. Не думай об этом, думай о том, что городу 40 лет. А вот теперь, девочки, я, конечно, извиняюсь, но Жан, тебе тоже 40. Жан, сожри ее. Нет, это ты вообще сейчас что сказала? Ты подумала? Ну, во-первых, мне столько никто никогда не давал. Ну, во-вторых, в остальных местах у меня гораздо больше 40. И я еще не видела, чтобы от этого кто-то отказался. Жанна, сядь. Зарисовочка про Жанкины 40. Владимирский централ 40 стукнула. За жизнь видала ты много мутного. Но не очко обычно губит, а паленый самогон. Наташа, это грубо. Грубо это ты, Оля. Грубо это тебя. Девочки, ну какая разница? Грубо, не грубо, 40 лет, не 40 лет. Оля, не Оля. Главное, что жизнь только начинается. Отмечать 40 лет.
или нет. Команде Гома было поручено организовать праздник. Итак, смотрим. Здравствуйте, коллеги! Поздравляю вас! С заданием, которое дала нам администрация, подготовить праздник к празднованию, мы справились. Мы построили объекты, все подготовили, всем заплатили. Вот, и 70 миллиардов рублей, которые нам на это выделили, мы оприходовали. Поздравляю, вот отчет. Приятно работать с профессионалами, приятно. Вот, ну раз вы же такие профессионалы, у нас есть небольшая тачка дегтя, Вани меда. У нас осталось 20 тысяч рублей. Боже мой, 20 тысяч рублей. Это скандал. Нет, ну то, что это скандал, это понятно. Что будем делать, коллеги? Господа, ну раз уж остались деньги, так давайте их обратно в Смоленск отправим. Ну вы прям даете, Михаил Михайлович. Это как это так? Господа из Смоленска, отправляем вам обратно 20 тысяч народных рублей. Отметьте еще раз 1150-летие Смоленска, а то в прошлом году вам всего областного бюджета не хватило, да? Так вы хотите? Ладно бы не хватило, но мы бы своих добавили, как обычно это делают. Так тут остались. Может быть, на эти 20 тысяч что-нибудь купим. Что просто хватает? Да все куплено, посмотри, отчет, скрепки, ручки, все куплено, все. Ну давайте рыбы купим, водохранилище запустим. Да посмотрите, отчет, все куплено, все выпущено. Рыба вообще вон довольно кверху пузом плавает. А давайте на эти деньги коня купим и будем устраивать конные прогулки туристам в Кукуевку. Максим Николаевич, вы видели кукуевские автобусы? Поездка на кукуевском автобусе и поездка на коне. В плане экстрима, как бы отдыхаем, поездка на коне. Ха! Пока, неудачники, я пошел. Куда это вы, Роман Геннадьевич? Знаете ли, Николаевич, товарищи, я в своем отделе все до копеечки израсходовал. Все. Стыдно, товарищ. Ничего не хочу сказать. Так, давайте думать кардинально, что делать? Так, давайте просто поделим эти деньги. Да вы что, Михаил Михайлович, чтобы я, десногорский чиновник, да народную копеечку делил? Да не будет такого. И не было. Ну наверняка у кого-то был похожий случай. Давайте кому-нибудь позвоним, что ли. Так. Это хорошая идея. Давайте сейчас набираю. О, кому? Вот! Олимпийский оргкомитет Сочи 2014. Им надо позвонить. У них наверняка такое было. Алле, Сочи! Короче, у нас такая проблема. Вот у нас было 70 миллиардов на подготовку праздника города. Вот. Мы все оприходовали, но осталось 20 тысяч. Вот когда у вас деньги остаются, вы что с ними делаете? Чего вы ржете? Нет, какая громкая связь? Да не надо ничего включать. Да не буду я повторять. Ржут что-то. Да что ж вы с ними, ну товарищи, ну. Да вот, ну. Нет, сюда. Да вот хоть сюда! Все! Решена проблема! Ха. Как видите, так проблему не решить. Думайте! Не, можно как вариант их просто взять и сажать. Ну. Да вы что, Роман Геннадьевич? Чтобы я, десногорский чиновник, да народный рубль жрал! А вдруг я подавлюсь? А патолога она там на вскрытии тыщенку у меня в желудке найдет. Что скажут люди? Сожрались десногорские чиновники. Да не будет такого. И не было. Мы не хотите, я могу. Да что вы вытворяете? Ты что, просто? Надо кардинальное что-то думать. Кардинальное. Я придумал. Господа, давайте просто эти деньги в асфальт закатаем. Зря, что ли, раскатывали? Хорошая идея, Михаил Михайлович. Но работяги, негодяи, заранее асфальт закатали, а должны были к зиме. Алло, Катя. К
Катя, это я. Нет, я хлеба не купил. Я больше никогда не куплю. Катя, отращиваю усы. Бери детей, езжай к маме в Якимке. Катя, отрекайся от меня. Дорогие друзья, наверное, в зале есть чиновники. Подскажите, пожалуйста, вот когда у вас такая вот кучка денег остается, вы что с ней делаете, а? Перестаньте истерить! Не время еще репетировать последнее слово на суде. Есть у нас еще время, есть время. Вот! Нашел! Что? Забыли! Что? Скрепки купить забыли! Ледовый дворец построить забыли! Еще 4 миллиарда рублей. Это не беда! Алло, Катя! Это я, да, чё-то. Не, усы оставляй, скоро вернусь с шампанским. Телеграфируйте всем! Сколько там не хватает за минусом 20 тысяч? 3 миллиарда 990 миллионов 980 тысяч рублей. Телеграфируйте всем! Вопросик вот маленький у меня. А вот нас за это ругать не будут? Роман Геннадьевич, Николаевич, у нас в стране за это еще никого не ругали. Нет, ну а если они нас вот возьмут и ничего не хотим слышать?